Губернатором Сергеем Морозовым перед руководством ФМБА поставлена жесткая задача в кратчайшие сроки навести порядок в системе здравоохранения города. Контроль за этим возложен на экс-прокурора области. И это уже второй визит Валерия Малышева в Димитровград. На прошлой неделе народный прокурор уже побывал в Староградской поликлинике. На этот раз проверке подверглась ДАЗовская. А это вообще здесь вот такая, не знаете? Вы не можете здесь? Это у нас была аварийная утечка, поэтому еще не устранили. Столь пристальное внимание уполномоченного по народному контролю не случайно. В поликлинике недавно завершили ремонт. Вместе с тем, старая мебель рядом с новой, неровная покраска стен, странный подход подрядной организации к обеспечению пожарной безопасности персонала и посетителей, как говорится, налицо. На гвоздях он сделал, на гвоздях. Ну и как туда добраться? Это только разбивать. Пообщался Валерий Малышев и с пациентами поликлиники. Вопросы у димитровградцев были весьма разноплановыми. У меня третья рабочая группа, а сейчас я на бирже труда стою на учете. Я говорю, дайте мне какую-нибудь работу, вот, что с одной рукой могла бы я сидеть там или писать. Они говорят, пока у нас такого работы нету. Все обращения Валерий Малышев взял на контроль. В ближайшее время каждая жалоба будет рассмотрена. Что касается самой поликлиники, уполномоченный по народному контролю заметил, ситуация здесь лучше, чем на прошлом объекте. Есть замечания по качеству ремонта на втором, на третьем этаже. Ну, фасад вы сами видите, никто к нему не приступал. Въезд, вход, ничего не отремонтировано. Ну, мы проверим выполнение своих функций службы и заказчика ремонтных работ, как они определяют, как взаимодействуют с подрядчиками в части устранения недостатков, дефектов. И по результатам примем меры реагирования. Кстати, об уже принятых мерах. Зампрокурор города доложил Валерию Малышеву, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту предоставления на аукцион по ремонтным работам в поликлинике на улице Ульяновской поддельных документов. О том, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, говорят и пациенты. Лидия Куприянова долгое время не могла попасть на прием к отоларингологу. Какой результат? Ну, попал я в тот же день, да. Валентина Петровна сама сходила, принесла мне талончик. Сама меня завела в кабинет. Все, сейчас амбулаторно лечусь. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.